Лесной пожар в Восточной Грузии. Возгорание произошло в национальном парке Вашловани в регионе Кахети. Пламя охватило деревья и кусты на территории в 1000 гектаров. Большой ущерб нанесен и расположенной поблизости ферме. Но уникальные растения Вашлованского парка не пострадали. Пожар начался накануне вечером, и всю ночь сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям работали на месте происшествия. К этому времени локализованы основные источники возгорания. Причины пожара устанавливаются. Министр по охране окружающей среды Грузии уже ознакомился с ситуацией в Вашловане. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям работают в непрерывном режиме. В Вашловане мобилизована вся необходимая техника. В настоящее время пожар локализован. На некоторых участках нам пришлось тушить пламя с воздуха. Для этого в регион переброшена специальная техника. Мы исключаем возможность повторного возгорания.